Всем привет, мои хорошие. Good morning, кому вечер. Ну что, очередной донейшн. В этот раз будем смотреть. Так, начинаем. Обзор американских донейшнов. Первое. Свинина. Филеечка, или как она называется. Раз. Два. Три. Курица, ножки без шкурки, пачка. Две пачки сыра. Две пачки спагетти. Сок виноградный. Так, эти персики мороженые, как типа йогурта. Раз, два, четыре, шесть, восемь мороженых персиков. Алманд, ростед, жареный алманд. Раз пачка, два пачка. Грецкие орехи. Раз пачка. Два пачка. Ничего себе. Фасоль. Еще пачка. Виноград. Один. Два. Вы думали, что все? Нет. Три винограда, три. И это не все. Так, чили, мексиканский фасолевый суп. Раз. И пошли баночки. Яблочный соус. Раз, два, три. Банка фасоли. Еще одна. Трошковой фасоль, паста, ой, томатный соус, мне на щи, как надо. Раз, два, стручковая, салмон, это, как ее, господи, лосось. Раз, два баночка, еще стручок, суп, паста. Паста, это еще там есть. Ну, вот так. Как вам, мои дорогие, в этот понедельник? Ну, грех жаловаться. God bless America. Всем бай-бай. Ой, а виноград у нас сейчас сезон. Ну, свинину я не ем, но... Смотри, какая симпатичная. Вполне сульский. Вот такой. Вот так. А, забыл. И молоко. И все молоко. Галлон. 2%. Вот такой. Мне точно хватит на месяц этой еды. Где-то примерно на $200. Я пенсионер, ребята, давно уже, 5 лет. Чего и вам желаю.